я приглашаю сюда к нам на наш подиум Севу и Юлию. Гарри Поттер, как всегда, заставляет тебя ждать. Да, Гарри Поттера не тут, он не на метле. На этот раз. Такого в Центре гражданской защиты еще не было. Настоящую костюмированную вечеринку организовали наши спасатели для участников корги-отряда «Маруся и друзья». Сегодня это не просто объединение любителей четвероногих, а всероссийское движение поддержки МЧС, людей важной и сложной профессии. На осеннюю корги-встречу приехали сотни гостей из разных городов. У нас сегодня как бы день открытых дверей, посвященный Дню гражданской обороны. Поэтому такой нетрадиционным способом, когда собирается корги-отряд, когда веселье, когда креативность, и тогда многие вопросы остаются в памяти лучше. Среди всех четвероногих участников встречи, конечно же, в центре внимания командир отряда Маруся Леонидовна. Собака-талисман спасателей из Щелково покорила сердца миллионов давно и еще больше, став в этом году участником программы на федеральном канале. Самый главный талисман рядом – это замечательная собака, которая вдохновляет не только на подвиги, но и на добрые дела. Это классная собака, замечательная, добрая, умная. И на самом деле мы говорим о том, что сегодня собака не только друг человека. Это отдушина, это целый мир, который помогает в этом непростое время. И как никто другой, об этом знают наши спасатели. Корги-встречи – одна из славных традиций Центра гражданской защиты Щелково, призванная привлечь внимание к важной профессии. Программа, как всегда, насыщенная. Вася! Вася! Скорей! Приглашенные на встречу кинологи поделились с хозяевами собак секретами воспитания здорового и счастливого питомца. Собачки длинноспины, скажем так, укороченными лапками, и это вносит свои коррективы непосредственно в позвоночник, что нужно это отдельно учитывать. Ну и, в принципе, можем рассказать именно, как воспитывать полностью от и до, чтобы эта собачка стала тем самым идеальным любимцем семьи для данной конкретной семьи. Дни открытых дверей, экскурсии на спасательной станции и встречи с учащимися в школах. Наши спасатели рядом не только в трудную минуту. Самые дружелюбные, заботящиеся и сердечные – такими знают сотрудников Щелковского центра гражданской защиты далеко за пределами нашего городского округа. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.